поездили, походили везде сами ногами по заводам мировым и поняли, как сделать так, чтобы учитывать базу ту, которая была ранее, а именно логистически все здесь уместить. Здесь будет ванна порядка 13 метров. 2,5 и куда? 12, 2 чем-то. Хороший вопрос, я не буду. Сама ванная шлифование, она в пластике. Это из специального материала. Если посмотреть на практику других, траверсы будут автоматически. Траверсы куда навешивается. Да. Изделие уже будет автоматически идти. Ванна у нас будет закрытого формата, то есть для экологии это будет даже отличный такой некий экозавод будет. То есть здесь экологически там. Она здесь уже в неком таком саркофаге. Купол, да. То есть купол получится. То есть, по большому счету, будущее смысл здесь. Да. На сегодняшний день уже у нас проект ведется, уже делается крыша, мы их подготавливаемся к зиме, чтобы зимой зайти уже именно в эти страны, да, чтобы уже здесь уже была позволительная погода, можно было делать все необходимые манипуляции.